Вот уже более 40 миллионов рублей перечислили жители и предприятия Чувашии в фонд «Перле». Так в республике проходит акция «Своих не бросаем». Благодаря неравнодушным людям наши бойцы получают все самое необходимое от воды до автомобилей. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Гуманитарную помощь важно не только собрать, но и организовать ее доставку военным за тысячи километров от республики. В конце января благодаря фонду «Перле» в зону СВО отправили необходимое оборудование и 13 внедорожников, УАЗы и Нивы. В этой машине мы собрали именные посылки, которые жены, родственники мобилизованных собрали и вместе с машиной передают. Плюс мы сюда загрузили продукты питания, каши с мясом, тушенки, сельскохозяйственную продукцию. У нас в Урнарах были организованы пункты сбора. Мы в магазинах расставили специальные коробки для помощи мобилизованным. И все, кто хотел помочь, они туда складывали продукты. И мы потом это все собрали в коробки и разместили здесь. Плюс мы сюда же также положили запасные части. На всякий случай расходные материалы. 32 миллиона рублей из благотворительного фонда «Перле» направили на покупку высокотехнологичного оборудования для военных. Квадрокоптеры, тепловизоры, рации, GPS-навигаторы, металлоискатели, бинокли, автомобили – все то, что необходимо для бойцов. В рамках акции «Своих не бросаем» многие предприятия республики передают свою продукцию. 220 мягких носилок и карабинов с ремнями, 2000 кровоостанавливающих турникетов отправили на фронт фабрика «Лента» и новочебоксарское отделение «Союз». Женщин Чувашии. С первых дней специальной военной операции мы оказываем адресную поддержку наших военнослужащих. Было принято решение о закупке жизни необходимых на тот момент и сейчас продолжают жизнь необходимых турникетов, кровоостанавливающих медицинских турникетов. Медицинский кровоостанавливающий турникет. Он жизненно необходим для наших бойцов в случае получения ранения. Это единственное средство, которое может спасти конечность нашего раненого бойца. Хочу выразить огромную благодарность всем жителям Чувашии за финансовую помощь фонду «Перле». Доставка каждого гуманитарного груза обходится в более чем 500 000 рублей. Помощь нашим бойцам необходима и сейчас, и мы сможем это сделать вместе. «Перле». Принять участие в акции «Своих не бросаем» может каждый житель Чувашии. Расчетный счет и QR-код для перевода без комиссионных сборов сейчас вы видите на экране. Дмитрий Ковалев, Республика.